привет. Всем привет. Максим, скажи всем привет. Молодец. Мы сейчас едем в поликлинику. Максим играет в телефоне, как обычно. Поедем в поликлинику и посмотрим, что нам там врач скажет. Послушает Максима. Я буду на больничном сидеть вместе с Максимом, потому что Коля на работу пойдет. Вот. И некому будет с Максимом сидеть. Меня на работу тоже, может быть, не пустят. Потому что сейчас на работу никого не пускают с признаками простуды. Вот, в садик детей почему-то водят, школу закрыли, а садики нет. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. Съездили в поликлинику. Нужно купить капли в нос Максиму. Ну и все, так, в принципе, мы лечимся нормально. Вот, поэтому мы сейчас едем домой. До понедельника, получается, у меня больничный будет. А там дальше видно будет. В понедельник съездим снова к врачу, его снова посмотрят. Вот. Ну, так у него, в принципе, у него только кашель сейчас. И насморк, и все. Сейчас мы приедем домой, будем готовить обед. Да, Максим? Будем что-нибудь. Максим, у тебя там что-то со звуком. Как обычно, играет. Сейчас приготовим что-нибудь покушать, сейчас выберем что-нибудь. Угу. Может, в интернете что-то посмотрим, новый рецепт. Ты же не любишь новые рецепты. Ну, не знаю, можно попробовать что-нибудь. Ну, посмотрим. Мы сели попить чай с круассанчиками. У Максима булочка вот такая с сахаром. Он круассаны не ест. Он вообще булочки с начинками не ест. Ну, вот как круассаны, например, со сгущенкой. Обычные булочки любит с сахаром. У него там молочко налито в кружке. А здесь у него налит чай. Чабрец налит здесь. Попробую. Пока до начинки не добрался. Они такие здоровые, вот эти вот круассаны в Пятерочке продаются, как моя рука, больше даже. Один съел и пообедал. Максим витаминки тащит. У него в этой баночке лежат аскорбинки. Он оттуда витамины съел. Со сгущенкой. Теперь у него тут аскорбинки лежат, складывает туда. Крышка с защитой от детей. Ну. Ну, только уже не помогает, да, Максим? Ну, крышка. От тебя не помогает, да? Скажи, Максим, я уже большой, я уже не ребенок, да? Ты уже дядька, да? Дядя Максим, да? Всем к маме пришел, дядя Максим. Ладно, будем мы пить чай. Я не знаю, у нас там, в принципе, гречка есть еще. И есть замороженные котлетки с сыром. Вот их нужно уже, наверное, скушать. Поэтому я достану их, пускай они размораживаются, пока Коля будет ездить по делам по своим. Они уже растают. И все, и потом быстренько пожарятся они. Вон Максим как кашляет. И будем уже кушать нормально. Сейчас пока так просто чаечек попьем. И все. Дождь идет. Дождь? Ничего, там дождь не идет? Да, чистый, только не хотят показывать. Да, чистый, показывай. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Оп. Сколько тут котлеток у нас? 4 штуки. Ну, хватит нам поужинать. Коле 2, и нам с Максу по одной. Хочу сейчас разобрать вот этот вот ужас. Столько здесь разных таблеток всяких. Вот, мы там еще капли для носа купили. А вот Коля их поставил уже. В общем, сейчас я все уберу, чем мы уже не пользуемся. Отсюда, чтобы здесь... А то вообще уже ничего не понятно, где что находится. Вот так вот я здесь все прибрала, оставила все самое нужное, все то, чем мы сейчас пользуемся. 2 амбробена, потому что один заканчивается, второй новый стоит, ждет своей очереди. Помыла раковину, помыла здесь все поверхности. Котлетки, кстати, уже
начинают таять, уже мягкие становятся. Здесь тоже все помыло, осталось помыть плиту. Ну и здесь вот плитку. Вот здесь вот, не знаю, какие-то серые полосы, как будто чем-то поцарапано. Интересно, чем с двух сторон, получается, здесь и здесь. Сейчас помою. Если не отмоется, значит, и правда поцарапано чем-то. Но тут уже буду у Коли спрашивать. Ну вот, все намыло, все чистенько. Чайник тоже поставила. У нас чайник сейчас, кипяченая вода очень быстро расходуется. Делаем мы чай разный, завариваем травки, пьем. Вот, котлетки я, наверное, сейчас поставлю на медленный огонь, пускай они жарятся. У нас время 6 часов, как раз, я думаю, где-то часам к 7, где-то, может, без 20 уже будем садиться кушать. У нас на улице очень сильный ветер уже несколько дней. Снег уже практически везде растаял. Вот, не знаю, там видно, может, немножко там лужи еще остались, ну, кое-где лед. Но думаю, что он быстро тоже сойдет. Провода вон как качаются. Интересно, когда ветер этот закончится. Так-то у нас на улице уже тепло, потеплело. Но вот ветер очень сильный. Погода такая как раз. Все болеют, простывают, простужаются, да, Максим? Ты чем там занимаешься? Мультики смотришь? Да. Интересные? Да. Ну ладно, смотри, скоро уже папа придет. Максим в машине забыл телефон. И вот теперь он ходит и не знает, чем бы ему позаниматься. Да, Максим? Максим в ожидании папы с телефоном. Вот так вот. Не нужно забывать свои вещи нигде. Мы уже садимся кушать. Коля тут чай наливает, Максим тут булочку кушает, я ему разогрела молоко, потому что он у нас холодное сейчас не пьет, он обычно холодное с холодильника молоко пьет. Сейчас, пока он болеет, я ему разогреваю его. Боня пришла кушать тоже сразу. Ну конечно, у тебя там чуть-чуть осталось. Все, после шести не едим. Да. Да, особенно тебя это касается, да, Максим? Ну, Максим сейчас булочку покушает, потом попозже, может, еще что-нибудь покушает. Максим, у тебя усы. Нам просто нужно лекарство выпить, поэтому надо Максиму что-то покушать обязательно. Ой, как некрасиво, ой, вообще некрасиво. О, Максим показывает язык это. Фу. Ладно, будем мы кушать. Что мы сегодня целый день кушаем только и все. Кушаем и кушаем. Кушаем, ну и кушаем. И Боня кушает, и мы кушаем. У Бони там много было. Она, кстати, есть стала больше. Но у нее прям такие щечки уже появились. Целыми днями правильно ходит, только ест. Да пьет. Да еще кое-какие дела делает. Максим запускает вертолет. Максим такой деловой сидит, подушечку подложил себе. Давай запускай. Или ты пробиваешь его? Так ты его, Максим, выравнивай пультом. Это не кнопки, Максим, это антенны. Ну, я пойду в стуль, Давай запускай. Ну, уже неплохо так у него получается уже. Да. Натренировался.
Мы сейчас с Максимом выпили уже все лекарства. Смотрим мультик, наверное, это «Кролик Питер» называется. Вот сейчас досмотрим, будем уже ложиться спать. Максим балуется. Уже чувствует себя получше. Вчера спал в это время уже, сегодня еще бодрствует. Мы сегодня, кстати, рано очень встали. Максим где-то 6:30, наверное, встал. Ну, будем видео это заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите всем комментарии. Пока. Всем пока. Подписывайтесь.